Ваня, да? Да. Какого ты года, Ваня? 53. 53, это ты молодой еще. Да. Ваня, мы снимаем фильм о проблемах детского пьянства, табакокурения, наркомании. Да. Есть такая проблема в Николаеве? Есть такая проблема. А ну расскажи. Ну, я так не увлекаюсь. Ну, выпиваю. Там не, ну, встречал ты малолеток пьяных? Встречал. Где? Ну, возле рынка. Вечером приходите. Пьяные малолетки. Пристают тебе, не? Бьют? Не бьют? Ну, так, просто некоторые пристают. Пристают, да? А что не хотят? Давай деньги. У тебя деньги? Да, откуда деньги? Блядь, откуда же у тебя деньги, бедные? Да. И что? Ну и так ничего. С палкой отбиваешься? Да, когда отбиваюсь, когда что. А какие малолетки? Вот, ну такие же, как ты? БМЖ или? Ну, после армии, я считаю, малолетки. По 14, по 15 лет. Вот. Ну понятно. Вот, вроде. Ну понятно. А сам живешь ты где? Да, где попал. А? Где попало? Где попало? Да. Понятно. Ну хорошо, ладно, удачи тебе.